Привет, меня зовут Юля, добро пожаловать на мой канал. У меня сегодня большая распаковочка, в основном ногтевые товары. Сейчас вам все покажу. Здесь у меня две посылочки с Алиэкспресса, любимый Василек, тоже для педикюра здесь в основном. А вот это вот, вот в этой коробке, самое-самое мое богатство. Ее мы откроем сейчас самую первую, и одна посылка с Вайлдберриса. Я вам рассказывала в мае, что я начала заниматься педикюром, и как раз тогда я и заказывала первую посылку на маникюр оптом. Сейчас расходники не дешевые совсем, вообще, вот на всяких Озонах, Вайлдберрисах и все такое прочее. Я нашла сайт с оптовыми ценами на эти расходники, и там много всего. Сейчас я вам все покажу, и, естественно, у меня что-то позаканчивалось с мая, это получается 5 месяцев у нас где-то прошло, или 4, сейчас сентябрь, май. Так, июнь, июль, август, сентябрь. Да, вот где-то 4-5 месяцев. Поэтому второй раз я, конечно же, пошла докупать туда. Все сейчас расскажу. Как бы мне сразу вам товар показывать с ценами, придется, наверное, сейчас каждый товар искать вот по этой накладной и вам показывать. Но если что, вот, если что, заскриньте, тут все понятно. Сейчас коробочку из кадра уберу и буду доставать по очереди. Хорошо? Так, ну, сразу вы увидели, что здесь у меня фрезы. Я заказала фрезы капли, потому что у меня пришли абсолютно лысые фрезы с Алиэкспресса. Ну, я всегда брала, всегда нормальные были. А вот именно капля пришла, но она вообще не педикюрит. Ну, вообще просто не вычищает, береги все тут. Пришлось брать вот такие уже Владмива, проверенные. Вот комиссы Владмива есть на сайте. Отличные фрезы. У меня сейчас в ходу 5 штук, и я еще 5 штук заказала. Вернее, 10 заказала пламя. Сейчас я вам тоже их покажу. Я надеюсь, что они где-нибудь здесь поблизости. Да, вот. И что-то тут еще. Да, еще. Вот. Эти фрезы по 60 рублей. Обычные пламя по 90 рублей. Это очень дешево, потому что вот обычно комизовские вот такие вот пламя стоят 150 рублей. А опт получился за 90. Так, здесь у меня два разных размера. 2,1, 2,3. Смотрите, вот, вот это один размер, это другой. Немножко отличается буквально на 2 миллиметрика, как и должны. Удобно работать и теми, потому что разница, в принципе, небольшая. Но вот на педикюре у меня сейчас 2,1. Ой, я не помню, я сказала, что вот в этих коробочках Кмис, а вот в этих Владмива как раз. Так, поехали дальше. Наконец-то я себе приобрела вот такие металлические лотки. Мне многие писали, что Юль, типа, вам зачем вам пластиковые эти контейнеры, возьмите металлические лотки, которые можно обеззараживать, там, стерилизовать, дезинфицировать. Я, конечно же, соглашалась с этими, наконец-то я нашла, я увидела как раз на этом же сайте за 95 рублей каждый, это вообще тоже очень дешево, взяла 3 штучки. Одни у меня будут для использованного инструмента, другая бабаечка у меня будет служить, ну вот, на рабочей зоне, когда я буду как раз педикюрить, буду так называть, потому что делать педикюр так долго, в общем, вы меня поняли. А другое на всякий случай, если вдруг у меня не будет уже стерилизованного и дезинфицированного инструмента, потому что бывает и по трое человек в день на педикюр. Естественно, я не успею лоточки эти продезинфицировать, простерилизовать для каждого. Вот. Но больше 3 педикюров я не беру, поэтому 3 мне вполне достаточно. Взяла от Милф сухое масло, по 170 рублей было. Дело в том, что моим клиентам, ну не только это для блогеров вот это вот сухое масло, но моим клиентам тоже нравится больше это сухое масло, потому что я растерла и ничего, что это такое у меня на руке? И ничего, заноза что ли? Ну мы тут, короче, дом собрались красить, занозы могут быть легко, извините, если что. Так, я в прошлый раз брала вот это сухое масло, дыня и красные ягоды. По запаху мне очень понравилась дыня, сейчас нет на сайте, хотя на сайте есть. Но когда я его выбрала, мне написали, что, извините, нету. Я говорю, давайте мне тогда любое вон положите. А вот это, по-моему, масло должно быть с таким этим с шиммером, что ли. Сейчас давайте я покажу, посмотрим. Вот. Вот это вот уже заканчивается, просто жалко. Очень жалко. И очень заканчивается быстро. Ага. Вон они. Какие блесточки. Сейчас мы их поднимем. О, смотрите, какая красота. Давайте понюхаем хоть что ли. О, как вкусно пахнет. Новым годом почему-то пахнет. Сладенькое что-то. Что-то сладенькое. Так, а вот это здесь. Укрепляющее для ногтей с шиммером тоже. Ой, какая красота.
Ой, вот это тоже вкусно пахнет. Да, ну они оба вкусно пахнут. В общем, из запахов я посоветую вот эти два, да и эти два тоже хорошие. Девчонки у меня с этими ягодами из дыни вообще балдеют. Кто дыни не любит, я ягоды там мажу. Вот, говорю, так что это? Я спрашиваю обязательно, потому что у меня есть одна, она вообще дыни не переносит. Так, ну что с ним сказать? Вот смотрите, я вот намазала, да? Допустим, я растерла. Ну, я очень много налила, вы сами видели. Вот, и все. А масло обычное, его оставишь, и оно, этот палец очень долго блестит. То есть вот так вот его просто не сотрешь. А так все уже ухоженные, увлажненные ручки сразу же. Еще я взяла типсы на кольце, потому что мне нужно на чем-то вам выкрашивать новые гель-лаки. И как вы думаете, поскольку вот где-то 120, где-то 150, там по 60 рублей всего оптовая цена. Дело в том, что на сайте у вас сначала высвечивается цена полная, но так как вы в корзину добавляете товаров, и от 3000 рублей цена становится как малый опт. Ну, то есть по 60 рублей у вас сразу же цена перескочит автоматически. То есть ничего не надо нигде нажимать. Просто как цена 3000 получится у вас в корзине, сразу же цены изменятся все на оптовые. Я надеюсь, все понятно объясняю. Так, дальше пилки взяла. Много пилок взяла, потому что у меня они улетают только в путь. Если посчитать, что у меня 40 человек в месяц сейчас уже, то получается, что мне надо минимум 40 пилок. Здесь я взяла 100 штук. Это мне получается месяца на 2, на 2,5. Обожаю такие пилочки, которые вот они мягкие. Есть там и тонкие, конечно, пилки. Сейчас я найду, покажу. Так, ну вот это вот не она. По-моему, да, не она. Ну, вот такие вот на деревянной основе, но большие. Это у меня дочка что-то тут себе покупала, маленький 11-сантиметровый. Здесь, по-моему, 18 должно быть. Вот. Я беру вот такие вот толстые большие. Мне очень нравятся. Они спиливают мягче. Значит, 180 на 240. Ну, они вообще вот крутые просто. Мне других не надо. Тем более, они выходят всего по 11 рублей. А вот деревянные обычные по 8 рублей. Ну, и что мне тут эти 3 рубля разницы? Ну, то есть, как бы, я лучше переплачу эти 3 рубля за каждую пилку и буду пилить офигенными. Так, здесь дальше я взяла бафики. Сейчас распакуем. Даже не бафики, а пилка-полировщик называется. Это 1000 на 4000 грит, вы представляете? То есть у меня просто некоторые, иногда девочки приходят и говорят, хочу отдохнуть от ногтей, спилите мне, пожалуйста, все. Естественно, я все спиливаю, потом пилочками надо доработать оставшуюся базу, вот остатки. То есть вот здесь, слышите, какая? Но она шершавенькая все равно, но как бафик. А вот здесь она абсолютно гладкая, и она полирует так, что ваш ноготок как будто блестит, вот как его умной эмалью покрасили, например, обычным топом. Он блестит идеально. И также на педикюр тоже. Я пока 4 штучки взяла на пробу. Если мне понравится, но я думаю, что мне понравится, я уже трогаю, ну, прям уже понятно. Просто это очень редкие случаи, и вот 4 штуки мне хватит, наверное, надолго, ну, на 4 человек. Этих 4 человек еще и поискать надо. Потому что вот за один год у меня один маникюр только попросили снять, и то девочка вернулась. Ну, ее там ребенок что-то заболел, она сказала, говорит, давай так, мне ногти пока не нужны, выздоровеет, обязательно все сделаем обратно. И вот одна единственная, и на педикюре одна тоже на зиму сняла. Ну, я думаю, сейчас все пойдут на педикюр на зиму снимать, и я вот этими полировщиками их буду уже дополировывать ногти. Еще взяла по 27 рублей. Вот такие бафики, 100 на 180. Вот сторона 180, она прямо очень жесткая. Ей, наверное, прямо пилить ногти можно. А вот это как раз сторона и будет бафить, ну, убирая неровности все с ногтей, если вдруг мы спилили что-то там неровно. И вот взяла еще 4 штучки, потому что мои бафики уже все, очень старые. Я себе их, в принципе, оставила. Вот сейчас я вам покажу, какой у меня сейчас бафик. Но он лично мой, вот он. Вот такой. Им я никому не бафлю, но мне и незачем. Но вдруг, если что, мне понадобится бафик, хоть он 220 на 240, он мягенький. Вот. Но вот эта сторона тоже хорошая. То есть она 180, а здесь 220. Ну, то есть это вообще не очень большая разница. Не помню, сказала ли цену, 27 рублей. Ну, в общем, я их взяла всего лишь 4 штучки, потому что они мне очень редко пригождаются. Ну и, конечно, куда без крафт-пакетов. Я к этим уже привыкла. Я вижу в них, что лежит по прозрачности, потому что вот это вот верхний слой прозрачный. Отлично работают, не горят. Все с ними хорошо. Ну вот прям вот мне других не надо. Размер беру только 100 на 200. Вот смотрите. Тут, так, где? Вот. Получается прозрачненькое. Все здесь меняет цвет. Все отлично, как положено. И что я хотела сказать-то, я уже забыла.
Ну, по размеру-то я только такие беру, потому что я делаю сразу же целый наборчик. Там, например, пушер, ножницы, фреза, ну, там эти ножнички, там и все, что нужно. В общем, все в него идеально влезает. Вот прям идеально. Нужно, ну, ни больше, ни меньше не нужно. Упаковка стоит 300 рублей всего. Это получается каждый крафт-пакет 3 рубля. Вот прям вот дешевле некуда. Так, снова расходники. У меня тут, кстати, не только расходники, но я пока вам показываю вот так. Заказала снова такие перчатки. У меня уже осталось вот прям вот немножко. Вот, ну все. Получается, что я почти 50 педикюров сделала, потому что перчатки я надеваю только на педикюр. Беру себе XS-ку, потому что у меня очень маленькая ручка, и вот этот вот самый прям маленький размер мне прям идеально, потому что я не могла на себя прям найти нормальные перчатки, которые мне ровненько прям налезали. А вот эти, вот, вы посмотрите, он как вторая кожа. Я в них прям себя чувствую идеально, отлично. Поэтому стали заканчиваться и пришлось дозаказывать. Тем более, что я на оптовом сайте заказываю. Конечно, надо по опту брать, а не втридорого там на каких-то там сайтах других. Так, дальше. Взяла ламинированные коврики 40 на 40. Это знаете где? Чтобы стелить девчонкам под ноги на педикюре. Потому что я сейчас на данный момент стелю им эти, только никому не говорите, это пеленки для собаки. А куда деваться? Мне надо что-то постелить. Просто коврик как бы не гигиенично. И приходят салфетки. А салфетки улетают очень быстро. Поэтому вот я взяла вот такие коврики. Посмотреть, что вообще они из себя представляют. Ну вот он, смотрите. Плотный материал. Классный. Не тянется. Хороший. И, ну вот, действительно плотный. Вообще классный. Как этот. С этой стороны шершавенький, а с этой гладенький. Вот, теперь у меня клиенты будут на профессиональном уровне стоять на ногах перед посадкой на кресло педикюрное. Так что вот, взяла две штуки. Так, сейчас найду цену. В упаковке 50 штук и упаковка всего лишь 95 рублей. Красота. Взяла формы, в основном дочки. Они улетают у нее вообще очень быстро. Я беру именно такие, потому что уже привыкла. У меня вот старые. Ну, смотрите, здесь фирма Докорда. А здесь у меня вообще непонятно что. Ну, короче, они то точно такие же. Вот, точно такие же. Просто привыкли уже к ним только. И в основном дочка только наращивает, потому что я не наращиваю. И вот взяла три такие бабышки. Не знаю, как у меня крутится слово на языке. Я не могу вспомнить, как это называется. Ну, в общем, вы поняли. Вот такие три штучки. В каждой штучке по 500 штук форм. И вот эта вот одна штучка, 500 штук форм, стоит всего лишь 205 рублей. Ну, красота. У меня вот этих вот надолго теперь хватит. Ну, не у меня, а у дочки получается. Так, что у нас там еще в коробке? Взяла жидкость для снятия лака, потому что у меня некоторые на педикюр приходят, когда первый раз с обычным лаком его приходится стирать. Некоторые, у кого-то, например, там ноготь, может быть, отпадет там или что-нибудь содерется, или они чем-нибудь там обдерут, они подмазывают обычным лаком, а он спиливается, ну, он забивает фрезу, обычный лак. Приходится жидкостью для снятия лака снимать. И заказала вот себе вот такую. Потому что, ну и, кстати, пластины для стемпинга оттирать ей тоже лучше, чем обычным спиртом. 160 рублей 140 миллилитров. С расходниками почти все. Осталось прям чуть-чуть. Заказала себе еще один смарт-диск. Вы представляете, он так-то стоит 1400, 1600 у кого-то. Где-то еще сколько-то. Вот именно смарт. У них на сайте 900 рублей он всего лишь. Я, конечно, понимаю, что можно не именно смарт купить, а какую-нибудь там за 200, за 300 рублей, что я, в принципе, и сделала. Три штуки брала обычные, но они вот не такие тоненькие, а потолще. Вот. И мне все-таки смарт больше понравился вот из-за своей тонкости. Но, знаете что, как на безрыбье рак рыба, можно, и тем более, если у вас нет денег на 900 рублей вот на такой, то можно и подешевле взять. Но так как я уж там была, и я еще один сказала. Вот у меня теперь их будет два. И три сазона я, по-моему, заказывала, что ли, там каких-то дешевеньких. Я показывала вам в прошлых видео. Вот. И у меня теперь будет 5 наборов. У меня так-то 5 педикюрных наборов должно быть. Я собирала 5 штук. Но дело в том, что вот у меня вот диск один, не 2-сантиметровый, не эмочка, а 2,5 сантиметра, элька. А у меня файлы-то все эмки. Вот. И поэтому тот набор пятый, который я вообще никогда не использовала, потому что он мне как бы
ну, никак его не используешь. Так, естественно, заказала файлы на 180 грит, 240. И еще взяла бафики. И, кстати, фирма Monita. Я хотела взять Smart фирма. Но дело в том, что Smart очень сейчас трудно с доставкой, и они очень долго едут, и поэтому они не всегда есть в наличии. И мне предложили вот заменить на Monita. Сейчас я посмотрю цены. А цена-то копеечная. Всего лишь 100 рублей каждый пакетик. В каждом пакетике по 50 штук. Я в шоке. Тут также и бафики. Вот такие бафики. Ну, не Monita, а другие на Wildberries я заказывала. Когда я, бафиков не было на сайте, мне пришлось их на Wildberries брать. Там 25 штук набор был. Рублей 300. Вот этот набор стоит 160 рублей. То есть это уже намного дешевле. Я говорю, наверное, на Wild... Вот прям вот прикиньте, вот на Wildberries, вот в таких вот оптовых магазинах надо закупаться и выставлять втридорога товар. А что такого-то? Так все и делают по ходу. Я вот взяла 3 штучки. Это у меня получается 75 штук этих бафиков выходит. Мне их хватит надолго. Потому что в прошлый раз я брала 50, и у меня их тоже уже осталось мало. Ну вот как перчаток получается. Так, что там еще? А, кстати, да, по поводу файлов-то. Отличные файлы оказались. Я брала... А, я смартовские брала. Эти еще не пробовала, потом вам расскажу, как Monita. Ну вот, судя по тому, что я вижу, они, в принципе, такие же, вообще один в один. То есть я разницы вообще не вижу. То есть вот как у меня эти смартовские. Ну, там еще какие-то у меня не только смарт были, еще какие-то другие были. Чуть ли не с Алиэкспресса, вот что-то такое. Поэтому не знаю. Стоит ли переплачивать просто за имя Smart? Вот этот вот. Не знаю. Так, что еще-то? Эндожи взяла. Прикиньте, в аптеках нет ни капропина, ни эндожи. Некоторые вообще продавцы даже не знают, что это такое. Просто им говоришь, эти кровоустанавливающие средства. Не, у нас нет такого. На Wildberries, на Авито тоже. Ой, господи, на Авито. Где-то там еще заказывала, но нашла только капрамин. По-моему, до эндожи у меня так руки не дошли. Вот. Но у меня раньше был эндожи. Я знаю, что он прозрачненький. Водичка, видите, он прозрачненькая. А вот капрамин мне не нравится, потому что он вот такой синий. Вы, допустим, если что-то порезали... Ну, у меня очень быстро ушло... Вы не думайте, это я не столько народу режу. Это у нас случится какая-нибудь беда. Папа у нас постоянно ранится, а это кровоостанавливающее средство. Мы ему все время этот на ватку польем, помажем, и кровь останавливается. Поэтому у меня так мало. Вот, но... Если порезать клиента или себя, что бывает иногда, конечно, не спорю, у всех, наверное, бывает, и вот этим капрамином помазать, он как будто ну, сине-зеленый цвет такой оставляет. И его потом, пока оттираешь, кровь опять потечет. Ну, то есть вот это вот закупоривание, все на смарку, то есть опять надо. И вот это вот без конца. То есть или ноготь синий, или вот с кровящей рукой сидишь. Вот. Поэтому вот эндожи мне в этом смысле нравится больше. Кстати, я вам все цены-то тут сказала. Эндожи 200 рублей стоит там. Ура! Расходники закончились. Тут у меня что-то интересненькое осталось. Давайте начнем с геля, что ли. У меня дочка... Ну, вот это вот обычная 15-миллилитровая банка. Вот эти вот банки 50 миллилитров. Огромнейшие. Я взяла 16 номер. То он такой... Он такой бежевенький. Кстати, я его разглядела в группе ВК. Вот у этого магазина есть группа ВК, и она называется The Beauty Opt, по-моему. Группа классная. Я прям туда зашла и залипла на пару часов, потому что там не только полезные посты, но еще и с юмором есть. Там короткие видео выставляются. Ну, вообще класс. Зайдите, я обещаю, вам понравится. И вот там я нашла как раз вот эту вот сетку на типсах вот с выкрасками гелей. У меня дочка... Вот у нее банка вот прям вот в неделю улетает. Вот такой. Вот она все время берет молочку или тон номер 2. Смотрите, какой страшный цвет вот тут вот. Но когда открываешь внутри... Кстати, на сайте тоже страшный цвет у номер 2 стоит. Но когда открываешь внутри, на самом деле, вы посмотрите, какой нежненький, какой офигенненький цвет. Прям вот нюдовый-нюдовый. Он прям под ногти, под цвет кожи идеально.
Вот, она все время берет вот номер два. Я решила взять что-то попроще. Кстати, у меня тут, у нее в пакете тут протекло. Она его не закрыла, видимо, до конца. И повезла из дома сюда ко мне. Все в пакете протекло. Я поставила ее сушиться в лампу. У меня все это заполимизовалось. И я уже отковыряла то, что могла. Вот, ну и стерла липкий слой хотя бы. Потому что если я буду эту гель вот эту вот отмывала бы... Ну, тут вообще был кошмар. Вот, видите, вот даже этот... Остались следы от геля. Вот. Если бы я отмывала, я бы сошла с ума точно. Давайте посмотрим, какой цвет в этой баночке. Должен быть такой бежеватенько-холодненький, что ли. Вот, я посмотрела на типсе, мне понравился. О, нифига себе! Какой цвет, вы посмотрите! Ну вот так? Он бежево-серый, что ли, какой? Сейчас я на типсу попробую. Какой ужас! У меня нет прозрачных типс, оказывается. Я хрен знает где нашла вот эту типсину. Всю какую-то эту. На ней что-то уже приклеенное было у меня, смотрю. В общем, гель. Могу сказать, что Наташка, вот сколько? Она 4-й год ногтями занимается. Больше половины она работает именно вот на этом гель-опции. Все у нее отлично ходят. Ну, за исключением там девчонок, которые не берегут свои ногти. Ну, бывает такое, что этот стукнут, сломается, но не из-за Наташи. Вот. Гель пока холодненький, распределяется плохо пока. Но он прям вот, он не жидкий. Он средний густой, да не средний даже, он гуще среднего. Но цвет балдежный, цвет вообще. И, кстати, он такой плотненький, не сильно прозрачный. Так. Типсу в лампу отправила. Нет, все-таки у геля консистенция очень густая. Как раз он подходит для наращивания. Я теперь понимаю, почему Наташка его выбрала. У меня-то в основном все средней густоты гели, жиденькие, потому что я выравниваю ноготь. Мне надо побыстрее, чтобы он быстро выровнялся, быстро высушить и быстро клиента отпустить. Ну или самой там все по-быстренькому сделать. А вот для наращивания как раз-таки надо густой гель, чтобы он не сильно быстро тек. Так, смотрите, здесь тоже опция. Розовый, и видите, какие-то блесточки. А, там, по-моему, на сайте было написано мерцающий розовый. На картинке я посмотрела, какая красотища, говорю, хочу. И там не только есть розовый, там есть и красный, еще чего-то. Ой, какая красота! Ботя. Нет, у меня больше прозрачных типс, я сейчас на молочный вам выкрашу, покажу. Так, типсы сушатся. Смотрите, новинка у Докорда, какая-то акригель. Какой-то. Я не помню, какой я цвет заказывала. Так, это гибрид геля и акрила. Сочетание лучших компонентов для качественного маникюра. Давайте сразу в верхней форме, что ли, попробуем. Так, что у нас там? А там у нас прозрачка. Угу. А что его тогда пробовать-то? Он же прозрачный. Ну и ладно, значит, будет у меня вот такой акригель. Так, все, типсы высохли. Сейчас я вам покажу. Боже мой, я сейчас этот розовый делала, выкрашивала и думала, вот я дура, зачем? Вот почему я взяла только розовый, надо было остальные цвета тоже брать. Вы посмотрите, какой я красивый. А этот-то тоже, ой. Вот у меня немножко по-другому. Мне прямо нравятся такие темные оттенки в последнее время. Обычно я прям вот под цвет кожи выбирала, а теперь мне почему-то нравятся вот такие. Ну, прям вообще балдеж этот розовый. Ой, кстати, он очень густой. Очень густой. Тоже для наращивания и моделирования подойдет. Ой, а по ценам-то я вам забыла, да, сказать? Вот розовый 15 мл стоит 420 рублей. 50 мл 700 рублей. Нифига себе, 700 рублей. У меня дочка вообще-то покупала за 1000 в магазине. Ну, она все время в магазине их покупает. Так, надо будет ей сказать, пусть там берет. Сразу, ну... А что, 3 штуки получается? Если она 3 штуки в корзину закинет по 1000, а сколько там? Я не помню, сколько обычная цена. И, допустим, если они у него по 1000, вот, то цена автоматически изменится и будет 2400. Ой, 2100, как я считаю-то. И получается доставка примерно рублей 200 будет с деком. И выходит 2300. 700 рублей, получается, она выгодает. Но это при условии, если она будет 3 баночки брать. А если она возьмет больше, потому что цветов много, и в итоге-то получится, что это намного дешевле. То есть она 300 рублей с каждого геля экономит. Вообще круто. Ну, вообще. Так, ладно. Акригель, где у нас он? Сейчас я найду. Акригель 300 рублей, но он 30 мл. Не пятнашечка маленький, а нормальный бутылек.
И осталась у меня последняя коробочка. Вообще на сайте там очень много всего. Ну, всего-то не покажешь вам, не перенакупаешься. Вот, это прям вот, если что, надо прям самим вам заходить, смотреть там. Вот зайдите, посмотрите, там много всего, реально. Там и очень много средств для дезинфекции и стерилизации. Там много жидкостей. Я сейчас жидкостей не стала брать, потому что у меня еще их много. Вот у меня и Чистодес остался, и Стиладес антисептик, вон полбаночки. И Стиладес, в котором я дезинфицирую средства, тоже вон есть все. То есть их-то надолго хватает. Единственное, что я в посылке не нашла, вот такие полотенчики. Я их брала вот 20 на 20. А в прошлый раз две упаковки. У меня они очень быстро разлетаются. Вот у меня осталось полупаковки, наверное, только вот этих салфеток. То есть полторы упаковки у меня уже ушло. И я заказала еще три штучки, но мне не положили почему-то. Или забыли. Сейчас я посмотрю в накладной. Да, в накладной они есть, а в коробке нету. Значит, просто забыли положить. Для этого нужно просто снова написать, сказать, что вот забыли положить, и вам отправят без проблем. Но я думаю, это единичный случай. И вот они получаются по 85 рублей. Не помню, говорила или нет. Если я повторяюсь, извините меня, пожалуйста, я уже не помню, что я там раньше вам натрещала. Вот. Эти полотенца я беру обычно, я вытираю там ножки, например, вытираю ногти. То туда, то сюда, они у меня расходятся быстро. А я еще брала большие. Там есть просто разные размеры. Вот у меня пока вот еще вот такие тут лежат. Так, сейчас. Кстати, вот это тоже оттуда же, с этого сайта. Тоже очень дешево были. Вот у меня вот такие еще салфетки есть. Они, по-моему, 40 на 60. Я их себе на коленке стелю. По одной, конечно же. Вот их у меня еще много. Потому что я по одной на себя только кладу. Больше мне они как бы не пригождаются. Пригождаются вот как раз эти вот маленькие самые. Ну и взяла на пробу еще на этом же сайте. Вот база, топ и праймер. Праймер хочу прям посмотреть. Он бескислотный, по-моему, должен быть. Так, да, бескислотный. Хочу посмотреть, есть ли у него липкость. Потому что у некоторых праймеров он выветривается, как спирт, и все. И нету. Блестит вроде. А он вообще не липкий. Обычно праймеры... Раньше праймеры были. Прям вот они вот такие же и оставались при высыхании. Теперь почему-то они прямо испаряются, как спирт, и все. И никакой липкости. Вообще, как будто я ничего не наносила. Очень странный праймер. Давайте понюхаю. Фу. О, жидкостью для снятия лака пахнет. Не знаю. Так, ну вот, давайте посмотрим хоть топ. Топ с базами, наверное, пробовать будем, естественно, не сейчас, потому что их, ну как их сейчас попробуешь, правильно? Нормальный запах у топа. У топа как топ. Здесь, наверное, все закрыто. Не хочу сейчас открывать. Вот. Ну, я вам показала, что там есть и топы, и базы. Так, Райбер база. Ну-ка. Густая. Сейчас тоже. Я всегда все нюхаю. А, как пахнет. Вкусная база. Очень вкусно пахнет база. Кстати, замечала, знаете чего? Когда у кого-то пахнут лаки, очень вкусно. Базы почему-то без отдушек. Ну, то есть, не это, невкусно пахнут. А тут даже база пахнет вкусно. Ну-ка. Топ не пахнет. Топом пахнет. Кстати, да, я могу абсолютно точно, не глядя, отличить по запаху топ и базу. Любые. Потому что у топа есть свой запах. Ну, вот это вот жиденький, хорошенький консистенции. В общем, я ни ту, ни другую фирму не пробовала ни разу. Вот взяла на пробу. Я, наверное, уже это говорила, по-моему. Так, опять забыла сказать по ценам, для кого это очень важно. Так, значит, база 30 мл. У нас стоила 300 рублей Монита. Так, топ Докорда. Вижу только Докорда. Топ и база. Значит, топ 165 рублей. Вот этот. 195 база. Дальше праймер бескислотный 150 рублей, а топ 150 рублей тоже. Так, ну что, еще раз. Сайт называется «Маникюр оптом». Группа ВК у них называется «T-Beauty Opt». Я на них обе ссылки оставлю и на сайт, и на группу, если что. Потому что обязательно будут спрашивать, завалят в комментарии. Я замучаюсь каждому отвечать. Про корзину, я думаю, вы поняли. Заказывала я с деком, доставка была 200 рублей, приехала за 3 дня. Ну а теперь осталось мне все по ящикам разложить и приступить к следующей посылке. Следующая посылка с любимого Василька.
И вы не удивлены, кстати, когда я вам сказала, что это для педикюра. Мне девчонки писали, что типа, Юль, дарите носочки своим клиентам. Я говорю, да, конечно, буду. Говорю, вот цену подниму и буду. Вот, собралась я поднимать цену к Новому году на маникюр и на педикюр. Ну, не к Новому году, а после Нового года. На маникюр и на педикюр подниму на 200 рублей. И получается, что, в принципе, я могу в это повышение, ну, как бы потратиться и купить носочки беленькие девчонкам, тем, кому я сделаю педикюр. То есть, чтобы они не свои там грязненькие надевали, там пыльненькие, а сразу уже, блин, шуршит, наверное, сильно, сейчас я выну. А чтобы на свои полированные пяточки надевали чистые беленькие носочки. Кстати, они какие-то не беленькие. Да, представляете, а носки-то не белые, они такие беженькие. Ну, то есть вот, если сравнить с белым листом, то они, ну, желтят. Так, на самом деле здесь не только носки, но я еще и набрала тут нам всего. Вот, например, носки вот такие. Я брала нам с дочкой. Смотрите, какие прикольные. Ну вот это, ну, они, по-моему, дорогие были. Что-то сейчас я скажу. А носки-то вообще недорогие вышли. 29,50. Я взяла 10 штук. То есть вот они, 5 пар. И вот еще 5 пар. Они такие дорогие смотрятся. А, девочки, я вспомнила. На момент моего заказа была огромнейшая скидка по промокоду. Там я на сайте, в общем, их закинула в корзину. Вот эти все носки я позакидывала в корзину. Вот эти. И я не помню промокод. То ли осень была, то ли лето, то ли чего. Я не помню. В общем, до 29 так, августа надо было сделать заказ по такому промокоду, и 60% скидка была. Естественно, такой акции уже нет, но есть другие 100%. Ну, там надо следить просто на сайте за ними. Вот я эти носочки взяла. Эти носки мужские я взяла на 41-47 размер. Кстати, Алена Лаврентьева все время тоже повторяет, что лучше выбрать большие, чтобы они не сжимали пальчик. Вот. Но я об этом всегда знала и, ну, понимала это. Вот. И поэтому я вот взяла такие. Много, как вы видите. Носки ангел. Давайте попробуем, посмотрим, хоть одну пару стоит, да? Достанем. Я в общей сложности заказала, получается, 55 пар. В общем, на сайте и было только 55 пар, и я забрала все, потому что мне уже больше не дали. Кстати, носки классные, такие мягенькие, девчонки, вообще класс. И я потом залезла на сайт носков, там тоже еще много добавили всего. То есть после моего заказа я уже посмотрела, там еще много всего было. В общем, вы на сайт периодически заходите и смотрите. Там была скидка не только на носки, а на целый раздел. Был раздел со скидками, например, по промокоду. И я зашла, я даже не видела, что эти носки, вот все они, были там. Я нашла там трусы, по-моему, ну вот женские обычные. Я говорю, ну и что? Сейчас посмотрим, поскольку они у меня вышли. Так, трусы. Они у меня вышли по 30 рублей, по 32 рубля со скидкой, потому что вот промокод сработал. А я потом посмотрела, у меня было на 10 тысяч, по-моему. Да, у меня был заказ на 10 тысяч, у меня с этим промокодом до 6 тысяч скинулось. Представляете, какой офигенный промокод был? То есть он у меня сработал не только на трусы и на боксеры мужские, которые я сейчас вам тоже покажу, но и на носки. Так, а носков у меня было много, сами видите. Ну, трусики обычные взяла, всякие разные накидала. В общем, хлопковые, не знаю, 42-44, очень маленькие. Они не тянутся. Мне кажется, маловато будет. Мне надо было 44-46, наверное, брать. Ну, ладно, померим, посмотрим. Если что, отдадим. У меня у знакомых есть девчонки подрастающие. Вот, если что, останусь без трусов. У меня есть, если что. Так что вы не переживайте. Так, боксеры. Боксеры. Это тоже, что ли, боксеры у нас? Боксеры вышли под... Нет, на боксеры, кстати, скидка не была. Потому что они 230 рублей стоят. А по-моему-то... А, нет, слушайте-ка. Да нет. 230 каждые. Я взяла мужу и сыну. Да, на трусы не было скидок. Так. Очень любим такие. Они хлопковые. Тянутся отлично. У меня муж только в таких и ходит. Других ему не надо. Здесь также... Этих боксеров полно. Я взяла, значит, размер 54 мужу и 56 на всякий случай. И 48 ребенку своему. Разные. Вот оно, эмочка, эмочка.
А, так я, по-моему, по двое даже взяла-то, да. Это вот сыну, например. Ну, в общем, много тут трусов, вы поняли меня, да? Вот такие, такие. Что их все показывать-то? Вот тут у синенькие. У меня ощущение, как будто я вернулась на рынок в палатку. Я раньше в палатке на рынке боксерами торговала. Они у нас вот так вот все лежали. Мы их раскладывали каждый раз, каждый день вынимали, убирали в мешочки. Вот как раз тут 46 размер. Вот эти вижу большой, 3XL аж на большую опу. Вот. Вспомнила, называется, работу 20-летней давности. Ну и взяла вот такую шапочку, увидела. У мужа у меня, по-моему, шапки нет. Я вот сейчас отошла, просто ищу цену. 280 рублей. Очень толстая, кстати, шапка. Очень толстая. Мужу на зиму. Он меня любит с помпончиками. Там, кстати, разные есть. Есть синее. Есть вот это вот краснее. И еще какая-то была. Три штучки. А, и черная, по-моему, что ли. Вот, взяла красненькую. Так, девчонки, поправочка. Здесь не 5 носков, а 10. И здесь 10. Они просто вот повторяются, одинаковые. То есть это упаковками. А я что-то смотрю, что-то носков-то у меня больно много. Я сейчас по накладной посчитала, у меня, говорю, что-то лишку прямо. Вот, а потом все разобралась. Здесь-то у меня больше. Ссылку на любимый Василек я оставлю также в описании под видео. Ну и все, мы на финишной прямой, осталось прям самая малость. Эта посылка с Wildberries приехала, и она, в принципе, не сильно уж интересная, но я вам все равно ее покажу. Я посмотрела, что я 5 месяцев назад делала заказ на спирт. Сейчас у меня от 40 бутылок осталось вот. Все. То есть вот за 5-6 месяцев у нас ушло 40 бутылок с дочкой. Вот. В этот раз антисептический. До этого, где бы мне вот наподобие. Так, сейчас я вам покажу. До этого был вот, ой, господи, вальцы из рук-то. Вот такой у меня до этого был. Это без разницы, какой он. Они разные названия бывают. Вот. Антисептический, здесь спирт 70%. Обязательно на этиловом спирте, не на изопропиловом. Изопропиловый очень вреден, его испарения ужасны, он вонючий и все подобное. Короче, только на этиловом спирте. Вот. 40 штук выгоднее намного покупать, чем одну, две или три, например. Потому что на Wildberries, например, ну я брала на Wildberries, например, там продают одну штуку по 240 рублей. Ну, бывает, там можно найти дешевле, там 170 максимум. А так, когда 40 штук берете, у меня вот 37-50, по-моему, вышла бутылочка. Ну, так это и есть нормальная цена их, потому что вот у нас, например, в Хлебном они по 45 были раньше, когда я там брала. Ну, а брала я, получается, год назад были, 45. Ну, сейчас, может, 55 или 60 рублей. Но вот там всех дешевле 37. Ну, и две посылки с Алиэкспресса. Так, заказала вот такие формы там. Кстати, использовали уже на дочке, пробовали. Они силиконовые, отклеиваются и прям вот так вот тянутся. Ну, прям силиконовые. Их очень трудно наклеить, поэтому клеили мы, знаете, тем этим штампиком. Я сначала наклеила вот так вот, просто без штампика, серединку сначала вот так раз, и потом пинцетиком усы натягивала в нужное мне место. И когда их натягиваешь, когда их немножечко вот так вот делаешь, естественно, получаются складочки. Поэтому сильно натягивать их нельзя. Я вам сейчас ставлю видео, как у нас получилось. Вот, но прикольно смотрится. Но их тут всего 5 размеров получается. Вот только большой и вот только мизинец. И между ними вот эти вот средний, указательный, безымянный. Ну, то есть все. Даже вот этот безымянный, наверное, этот средний вообще. То есть, ну вот, например, на мой ноготь вряд ли пойдет. Можно, конечно, тут это примерить, естественно. Но смотрится вообще обалденно. Смотрится вот на молочном геле, вот делают девчонки. Можно вот, господи, приставить. Вот мне не подходит, видите, эти формы. То есть у меня как-то оно то ли широко, хотя или может подходит. А, я маленькую взяла. Ну, большая это, конечно, мне не подойдет. Большая сильно. Ну, хотя, если обрезать ее, то вполне. Ну-ка, дайте-ка я вам поближе покажу. Если вот так-то ее. Да, как раз я прям по нарисованной этой штучке. Да, подошло бы. Получается, если указательный вот этот. Вон оно что. Средний. Все подходит. Размер. О, господи, размеры. Цвета есть разные. Я выбрала розовый, черный, голубой и сиреневый.
Вот, ну прикольные, прикольные наклеечки. Есть такие слайдеры, не хвалят. Вот на Wildberries у нас Маша Полшкова купила слайдеры, измучилась только, выкинула и сама нарисовала. Говорит, это ужас, говорит, девочки, не берите по 150 рублей, это вообще кошмар. Я брала по 54 вот эти вот силиконовые штучки. Это наклейки, а там слайдеры. Так, здесь еще лаки очень долго ко мне шли. Девчонки в группе кто-то скидывал у меня ссылку. Они были по 10 рублей. Но у меня получилось так, что какой-то сработал купон. И они вышли вообще за 2 рубля. Ну, не купон, а эти. Бонусы какие-то там всем надарили по 300 бонусов, что ли. И, в общем, я их использовала, и у меня получилось 2 рубля. Вот эти два лака. Российских рубля, если что. А то некоторые думают. Ну, они, видите, какие? Они такие полупрозрачненькие, непонятно какие. Вот. И причем, по-моему, они должны быть этими обычными. То есть, смотрите, номер 39 и 38. Вот. Должен быть как бы разный. Но они на картинке прям одинаковые были. Но вот здесь я вижу, что они чуть-чуть разные. Но разница никакая. В общем, я хотела всю коллекцию по 10 рублей накидать в корзину. Но я в корзину накидала, и они типа в корзине были. Но не получилось, не срослось. В корзине отображается только два лака, которые я смогла купить. В общем, у меня на сегодня все. Напоследок вам вот такое вот чудо покажу еще раз. Да чего ж уж красив. Прям не могу налюбоваться. Ну, а у меня на сегодня все. Увидимся в следующих видео. Всем спасибо. Пока-пока.